Добрый день. День добрый. Вы подключились уже на ТУИСе к курсу? Я нет. А остальные? Остальных нету? Так подключитесь, давайте посмотрим, какие у вас вопросы возникнут. Итак, какие у вас есть вопросы по курсу, по выполнению заданий и так далее? Я еще не знаю, смотрю. Значит, БРС вы посмотрели, да? У вас лабораторные работы. Выполнение лабораторных работ – это 48 баллов. Плюс к этому оценка лабораторных работ пиринговая – 16 баллов. В конце тест – 20 баллов. И доклад – 16 баллов. То есть 4 активности у вас получается. Вам для того, чтобы получить 3, нужно взять основную активность, это лабораторные работы, и к ней еще одну активность, и тогда вы получаете 3. Для четверки нужно взять 2 дополнительных активности, и для пятерки все активности нужно взять. Доклады распределены по темам лекций. Как видите, на каждую лекцию заданы доклады. Вы выбираете один доклад на курс на весь семестр. У вас семестр. У вас не четвертями сейчас, а семестрами на четвертом курсе. Выбираете один доклад и докладываете на лекции. Соответственно, 2 человека не могут взять из одного направления одну и ту же тему доклада. Лабораторные делаете сами. Описание достаточно подробное. На этих встречах, которые у нас тут прописаны, вы задаете вопросы. Если они у вас есть, подключаетесь, задаете вопросы по лабораториям, которые возникли. Лабораторные у нас по исследованию, по рассмотрению безопасности в операционных системах и потом немного криптографии. Вы ставите виртуальную машину на первой лабораторной, а потом с ней работаете. Обязательно просите, пожалуйста, соглашение об именовании, чтобы правильно все делать. Так, у нас
ставится центоз, ну, какой захотите, седьмой, восьмой, можете шестой поставить, какой захотите. Центоз мы ставим, потому что у нас есть лабораторные по селенюксу, а селенюкс нормально работает только вот в Red Hat и центосе, ну и всех подобных дистрибутивах. Ну вот, пожалуй, и все, вся информация, которая есть. Удалось ли вам подключиться к курсу? Да, все работает у меня. Хорошо. Есть ли еще вопросы какие-нибудь по тому, как будет проходить курс? По... Да. У меня есть вопрос. Получается, у нас вот, лекция раз в две недели по понедельникам. Да, именно так. Первая лекция у нас в понедельник. Вот, на следующей неделе. Да, и уже нужно первый готовить доклад. Да? Не нужно, а можно. Вы готовите один доклад за весь семестр. Выбираете, на какую тему докладывать, и готовите. Все понятно. Спасибо. Значит, по распоряжению ректора в текущем состоянии, с 1 ноября учеба очная. Но пока ничего точно не известно, но вот это стоит все равно иметь в виду, что может быть очная учеба с 1 ноября. Так, еще вопросы? Если нет вопросов, тогда приступайте к выполнению лабораторных работ. Там расписано, когда вы делаете лабораторные работы. Вы должны ее сделать, выложить отчет, ну, как и положено, как мы всегда делаем. И потом у вас проводится пиринговая проверка, совместная проверка этих работ. Понятно, да? Посмотрите работы, может, есть вопросы какие-нибудь. Будем оценивать работу друг друга, как и в это. Да. Да. Хорошо. Подскажите, по докладам убирать, получается, нужно на туисте будет? И следующий понедельник это первая лекция, да? Значит, в следующий понедельник первая лекция. На туисте выбирается тема доклада. Тема доклада привязана к лекции, соответственно, вы докладываете по той тематике, которая представлена. Вы докладываете один раз за семестр, ну и какую вы тему выберете, это ваш выбор. Оценивается, соответственно, презентация, там все написано. Презентация, как сделан доклад, содержание доклада и реферат к докладу. То есть вы еще дополнительно выкладываете реферат к докладу. Понятно, да? Да, спасибо.
Еще есть вопросы? А тут еще темы будут по датам. Ну, то есть, я имею в виду, если мы выберем какую-то тему, у нас будет предназначена дата, когда мы будем выступать. Ну вот, да? Какой теме привязана ваша тема, на такую дату вы и выступаете. Тогда можно уже идти, получается, да? Да, да, да. Все, спасибо. Хорошо, спасибо. Да, до свидания. До свидания.